Всех приветствую на своем YouTube и Яндекс каналах. За окном пятница, 8 вечера на часах, и сегодня у меня видео на тему, как правильно использовать аммиачную селитру. Аммиачная селитра – это, пожалуй, самое главное удобрение в саду, так как содержит 33% азота, а это самый важный компонент для роста растений. Многие удивятся, что на дворе осень, а нам показывают азотную подкормку. Не стоит удивляться, ибо сейчас растет и набирает силы пекинская капуста. А все капусты – это большие любители азота и калия. И аммиачная селитра тут как нельзя подойдет. Итак, приступим к подкормке. Одну столовую ложку аммиачной селитры разводим в небольшом количестве воды. Все селитры прекрасно растворяются в воде, но аммиачная очень сильно понижает температуру воды, так как является солью азотной кислоты. А все соли при растворении забирают много тепла. Далее разводим концентрат в 10 литрах обычной воды и приступаем непосредственно к подкормке. Подкармливать будем пекинскую капусту сорт Любаша. Она еще очень маленькая и очень нуждается в азоте. Поливаем под корень из расчета примерно 250 мл нашего питательного раствора под корень. Сразу могу сказать, что капуста прекрасно отозвалась на подкормку аммиачной селитрой. Результат был виден уже на следующее утро, спустя 12 часов после самой подкормки. Всем очень рекомендую данное удобрение. У меня оно всегда под рукой и в большом количестве. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны. Всем пока и удачи!